Ребята, всем привет! Привет всем уже привет! Из Крыма. Мы сегодня решили вам показать монастырь такой 13-14 века, Сурубхач, около Старого Крыма. Это в центре Крыма, он очень древний армянский монастырь. Да, хотим показать вам дорогу, как проехать, показать сам монастырь, вдруг вы захотите прикоснуться к святому месту. Монастырь 14 века, Сурубхач. Но они вообще 13 века сюда начали переходить по разрешению золотоордынцев туда. Это тогда здесь была Золотая Орда, ига это, татаро-монголов. Правда? Но они разрешили им прийти. Это армяне, значит, у них был такой город, назывался Ани. И он землетрясением был разрушен. И по легендам, что тут в небе появился крест. Да, и разрешили им приехать. Итак, заезжайте в Старый Крым, сразу направо, вот указатели, комплекс монастыря Сурубхач. Все просто, поворачиваете, заезжаете, движетесь по вот этой хорошей дороге. Потому что... Но не был плохой, да? Да, для монастыря, видите, дорогу сделали к монастырю, еще такая она хорошая, без ямок. А если куда-то улицы в сторону, вправо-влево, они все вот, вот все просто без асфальтового даже покрытия. Да. Вот любая дорога берете, вот все, она просто утоптана, и никакого асфальта нет. Потому что это. Потому что это, скажем так, далеко не курортные города Крыма, а. Старый Крым. А почему именно Старый Крым? Ну, так бывает. И люди стареют, и Крым стареет. У кого-то растет борода, у кого-то не растет. Вон какие волосы у нашего Крыма, красивое дерево. Ага. Вот такие большие деревья, смотри. А тут, смотрите, как елочки растят какие-то. Вот такие большие какие. Скажи, будто гора. Большие елки. Ага, такие большие деревья. Это монастырь. Только вход. Вот так вот начинается вход. Ты готова увидеть древний монастырь крымский? Почти 1000 лет монастырю. А мы сейчас сколько лет? Ну, если 14 век, это 600. 600, там, 20. 607. Да. Ну, скажем так, наш путь по святым местам Крыма. Мы вот совсем недавно Келеса-Кая храм показывали, археологические раскопки. Будем еще показывать интересные места. Вот уже 14 век. Даже если считать, это 600 с лишним век, лет монастырю, да, старенький. Так что смотрите, вдруг вам интересуют такие места, мы вам покажем все с картой, с координатами. Только, пап, не Сурубхач, а Сурубхач. Сурубхач, да. Вон написано. Ну, Сурубхач. Я знаю, что ты умеешь читать. Сурубхач. Хотелось бы отметить, что он находится в горах, в такой лесистой местности, тут очень свежий воздух, очень чистый.
Есть родники, куда едут все за водой, чистые, святые. Монастырь был связан со всеми святыми местами и нашей Капсельской долины, вот это Келеса Каяги, Нойской крепости, там у нас Стефан Сурожский был. Короче, всех, кого интересует христианство, раннее христианство, вот армянский монастырь, это вообще люди там одни из самых. Ой, какая елочка красивая, смотрите, какая елочка. А ну, давай. Ага. Успел? Давай еще раз. Готов? Да. Раз, давай на раз. Три. Нет, раз. Раз, два, три. Успел? Ага. Каждая комната это монах там какой-нибудь жил. Thank you.